Я, как известно, всегда выступал и выступаю против того, чтобы та или иная группа в обществе делала вещи, которые находятся в явной конфронтации с большинством, которые являются провокационными по своей сути. И когда мы говорим на тематику, например, гей-парадов, то я говорил это и представителям ЛГБТ-сообщества, что вы тем самым не помогаете своим идеям, там, своему движению, своим правам, а наоборот им активно вредите. Как показывают социологические опросы, отношение к секс-меньшинствам, которое еще 5 лет назад было вполне толерантным, в последние годы резко ухудшается. И я считаю, не в последнюю очередь, потому что вот эта группа населения старается это активно показывать, демонстрировать. Я полностью за то, чтобы у них были ровно такие же права, как и у гетеросексуального большинства. Я голосую против тех законов, которые ущемляют эти права. Но и делать какие-то провокации я им просто не советую. Я считаю, это неправильно, и это нарушает их собственные интересы.